Всем привет! Сегодня у нас гарантия не гарантия. Пушаем 9565 HZ. Смотрим. Человек принес полный комплект. Это уже из новых партий. Сюда в комплекте идет вот такой пластиковый кожух. Смотрим визуально. Вроде бы ничего не вскрывалось. Машинка у нас 21 год, 9 месяц. Сделана в Румынии. Вроде все крутится. Клиент сказал, что она у него сгорела, задымилась, поэтому я даже ее включать не буду. Сразу открою и посмотрим ротор. И состояние щеток. Ну, видно, что поломелим, что она спаленная. Снимаем щетки. Снимаем редуктор. Ну, новая болгарка, статор нормальный, то есть спалить он ее не успел. Скорее всего, будет гарантия. Ротор поменяем на новый. Хотя если с этой стороны посмотреть, на статоре какая-то пыль непонятная. Давайте его вытащим.
Стартер почему-то разделился на две половинки. По-моему, вот так не должно быть. Скорее, может быть, из-за этого и произошло. Я такое первый раз вижу. Здесь даже шайба эта подгорела. Кстати, старые ее что-то мы меняли и достали старый статор. Раньше сваривали, по-моему, полностью, да? Или нет, больше точек? Больше точек было. А сейчас стали по три точки делать. Хотя не, открыл. Вот вообще у нас давно лежит старый. Тоже три точки. Все, по сути, одинаковые. Только номера разные. Здесь даже шайба эта подгорела. Собрал я все обратно, здесь, короче, ремонта не будет, потому что клиент хочет возврат средств. УШМ покупалась не у нас, поэтому, если Makita одобряет и делает это гарантией, то мы просто ему отдаем, распечатываем акт, и он с этим актом идет в магазин, ему там возвращают деньги. А по этому акту Makita возвращает деньги в магазин. А если же это не гарантия, то... Мы просто озвучиваем сумму ремонта человеку, ну и он соглашается, либо не соглашается. Если не соглашается, просто бесплатно его отдаем. Если соглашается, делаем за деньги. Ну и все, пишите в комментариях, гарантия это или нет.